Привет всем нашим! Вы на Динамо ТВ. Я уверен, наши болельщики истосковались по большому футболу. И вот в прошлую субботу на этом же стадионе наша команда обыграла Гомель и шагнула в четвертьфинал. Да! Ну а сегодня динамовцы возобновляют борьбу в чемпионате Беларуси. Второй круг мы начинаем столичным дерби против Минска. В этом выпуске вы увидите, как прошел этот матч. Мы пообщаемся с болельщиками, покажем вам наш стадион. И будем надеяться, что станем свидетелями победы в этом матче. Верим в команду. Вперед, Динамо! Погнали! Сегодняшний матч из-за дисквалификации пропускает Алексей Гаврилович. И как мы видим, то, что капитанская повязка сегодня будет у Нины Галовича. Нина, с возвращением в капитанскую. Удачи. Дмитрий Саныч. Здорово. Вот еще один в нашем городе. Здорово. Алло, бро. Камеру подарю? Да. Блогер Александр. Перед матчем появилась новость о том, что некто Дмитрий Беломок признан лучшим игроком Динамо Тбилиси. Видел. Ты спасибо. Доволен? Да, спасибо всем. Как там было написано? Все, да, голосовали? Журналисты, работники клуба, тренеры Академии Нусисаборовича. Всем спасибо большое. Я оценил, спасибо. Самое главное, чтобы радовал нас еще чаще. Буду стараться. Только мы же только ради вас и играем, болельщиков, работников клуба. Спасибо. Иван Бахов. Человек, про которого многие говорят, который уже даже успел засветиться в лоне Саши Ивана. Один вопрос. Что нужно для того, чтобы ты перешел в Минское Динамо? Не знаю, пока я в Минске, иностранный Минск, все, кстати, вопросы больше. Что хотел бы? Не знаю, надо смотреть через полгода, через год, дальше будем дома. Капитан хочет все забрать, сколько год не получается. Ну не получается. Все. Юрий, расскажите, что здесь происходит у нас? Где мы находимся и что здесь делают? Конечно, можно. Мы находимся на легендарном стадионе «Динамо». Это у нас детская площадка, где каждый желающий может поучаствовать в открытом чемпионате «Динамо» по футболу, показать класс в гонках на самокатах от прекрасных «Велодомбай», наши друзья, да, спасибо. Ну и, конечно же, поиграть в кикер, детские, взрослые, ну и порисовать вместе с «Динамошей», разукрасить раскраски всякие разные с изображением нашего любимого талисмана. Но ребята вообще много ходят на фан-зону сюда, вот именно, с детишек? Обычно много ходят, но сегодня, видимо, дождик немножко напугал, но я думаю, что сейчас все подтянутся. Поехали! Помним правило, главное не первым, главное доехать. Молодцы, молодцы, работаем ногами. Замечательно, прекрасно, малыш, молодец. Как ваше дело, как ваше настроение? Прекрасное настроение, ждем хороший результат от нашей команды. Выиграли? Нет, сейчас мы играем. Выиграем? Выиграли. Конечно, мы победители. Но так даже немножко пропотеть успели. Успел пропотеть, да. Как вы вообще, развлекуха здесь, движуха? Превосходно, все хорошо. Все нравится, дети довольны, отцы тоже довольны. Ну, а сейчас все отдыхаю. Нужно почаще звать своих знакомых, друзей, чтобы наших здесь было больше, правильно? Самый сильный красно-синий. Красно-синий, бело-синий. Мы же Динамо. А вы за Минск, да? Ну и что, Саша, все равно приходите к нам почаще. Мы за все. Спасибо. Отцы за Динамо, дети за Минск. Самые верные наши фанаты, болельщики, друзья, ребята. Вот такой замечательный значок с логотипом нашего прекрасного клуба. Но ничего. И вопрос следующий. Начинается второй круг сегодня. Как считаешь?
считаете, реально ли попасть в призы? Футбольный клуб «Динамо Минск». Да, чемпионство, это же реально. Турнирные таблицы занимает какое место? Это лучше, естественно. Конечно. Что пожелаете команде? Сказал пятый. Только вперед, только вперед. Кому-то индивидуальный привет может быть. Хорошо. Нина, тебе привет. Даже не капли. Капа обидится. Футбольный клуб «Минск». Нет, капля тоже привет. Как вам движуха здесь на стадионе? Вот расскажите. Хорошо, для детей вообще супер. Ваши дети здесь тоже бегают? Да. Не, мой выводит команду, а он второй... Он готовится к серьезным мероприятиям. Кого он хотел сегодня вывести? Есть предпочтение? Кичи. Кичи, почему? Ну, нравится нам. Маленький киргизский лев. Нет. Начинается сегодня второй круг для нашей команды. Чего ждете, самое главное? Довольно-таки много нам по третьего места, но тем не менее, как считаете, реально ли попасть в призы в этом году? Да. Брест присел, очень сильно я смотрю, они бортами. Они устали на самолетах летать. Да, хорошая шутка. Что пожелаете парням нашим? Только вперед, ребята, не останавливаться, только вперед. Ребята в вас верят, не подводите. Злостный нарушитель минского «Динамо» Леха Горелович не пропускает матч. Тебе не стыдно? 4 желтых пацанок подводишь. Или ты Саня уже решил дать шанс? Середина сезона, когда даже когда-то получить 4-го. Один вопрос расскажи. Как ты забил гол? Как это получилось вообще? Как? Непонятно что, невообразимый гол какой-то. Ударил по мячу, попал. Удачи. И попал. Причем дважды. Сначала в перекладину, потом в спину. И... Вратарь был. Второй круг сегодня начинается. Что скажешь болельщикам, чтобы они верили, чтобы они ходили на футбол? Что сказать, нам нужна болельщикам поддержка очень сильно. Мы постараемся сделать все возможное, все, что в наших силах, чтобы радовать их в каждом матче. Но и будем ждать их на трибунах. Ну, будем надеяться, нас пацаны не подведут. Да. Спасибо, Лёх. Он говорит, что мы выигрываем, когда мы фоткаемся с ним. Поэтому мы идем по традиции идем фоткаться. Значит, потом проверим после матча традицию. Саня, победная даже на традиции. Все у нас дерби, как все боевое. Пьем вкусно. А, ты просто. Да. Вообще, вот вся вот движуха, которая здесь происходит до матча, стоит она того, чтобы приходить сюда, например, ну, за час, например, за полтора, чтобы спокойно отдохнуть? За полчаса. За полчаса, то есть хватает. Начинается сегодня у нас второй круг. Какие ожидания? Надо только честно, правда. Побеждать всех, кто ниже, и бороться с тем, кто выше. Насколько реально попасть в тройку? Мнение болельщиков. Верим в команду? Конечно. Ну и что пожелаем пацанам? Победа, бед. Хватай, надо, чтобы забивал уже, наконец-то. Да. Позабил Комель, будем надеяться, что сегодня тем более в старте сегодня играем. Да, все, ребят, спасибо вам, хорошего футбола. И Данил, конечно. Данил скоро выйдет на поле уже. До матча наш ведущий Максим Островский начал практиковаться по поводу того, чтобы объявлять фамилии состава всем стадионам. Так что, ребята, активнее, все вместе поддерживайте Макса. Яхая! Чтобы наши парни чувствовали себя реально как дома. Это очень важно. Что ты ему пожелаешь перед тем, как он будет на поле? Чтобы он, конечно же, сегодня выиграл. А ты кого будешь выводить? Я? Хочу Яхая. Кого? Яхая. Почему? Просто мой пример. Чем он тебе нравится? Хорошо играет в центре поля. А ты тоже в центре поля играешь? Да. Красавчик. Все, пожелаем ему удачи обязательно. Yeah.
Ну что, друзья, матч начался, и по традиции верим в команду. Вперед, Динамо! Побеждать! Вот что реально круто здесь, на этом стадионе, это то, что можно не просто сидеть на сиденьях и смотреть футбол, а можно отправиться в бар, взять стакан пива, стакан кваса, хот-дог и смотреть игру, пить, кушать, это здорово. Куда ты бьешься? Ох ты! Ай-яй-яй! На самом деле наших фанатов не так много на фанатском секторе, как хотелось бы, но учитывая акустику стадиона, слышно их здорово, и это круто. Если, ребят, если вас будет сюда приходить хотя бы в два раза больше, поддержка будет еще круче. А пацанам это реально важно, поверьте. Сима, покатайся. Ничего, еще вырвем. 24-я минута, да, и вроде Макс Плотников тащит первый мяч, но первый удар, но на добивании пропускаем. Ничего, отыграемся. Ууа, Зубович! Его чуть-чуть не хватает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что, друзья, Алекс Певич с дебютом, с почином, 1-1. Там нажимать. Как вам первый тайм? На первый тайм! Отлично! Отлично, мы же пропустили. А мы же еще забьем во втором тайме? Ну что сказать, 58-я минута, второй мяч пропускают динамовцы, и как-то совсем все складывается не так, как надо. Но полчаса еще есть, и верим в то, что парни додавят соперника и выйдут вперед. Ай-яй-яй. Ну, Кира! Точка! Пенальти! Хорош! Вот, не зря стоит этот парень здесь, не зря его сюда поставили. Увидел руку у футболиста Минска, сейчас мы пробьем пенальти. Давай.
Ха-ха-ха-ха! Дани! Какой момент! Супер! Конгресс, мой бы. Спасибо, заставили понервничать. Алле, алле! Лучшие! Просто вы! Сумасшедший пас! Петряска, отдельная передача. Что победа? Гол, красавчик, хорош. Саня, о чем думал, когда мяч летел тогда? Последние минуты уже просто шел, думал просто вколотить, если бы, ну, пойдет хорошая подача. В том эпизоде отскочил на дальнюю, и Валера как раз туда подал, и просто, можно сказать, закрыл глаза и вколотил. Первый гол, такой важный за Динамо. Первый автограф в жизни. Он раньше не расписывался. Тяжелая штука. Брат, я сейчас хороший, брат. После этого я снова дорога. 2 месяца не играю, и сейчас это очень хорошая игра. Результат. Да, результат хороший, тоже после 2 месяца играю. Это тяжелая игра была. Очень тяжелая. Да, очень тяжелый результат, только ты знаешь, футбол. До конца матч надо играть и попробовать, смотреть сегодня. И что с чужим делать в конце матча? После матча раздевал. Все команды сейчас очень довольны. И надо еще раз в неделю. Команда всегда. Но Саня еще будет оставаться, да? Да, это такой важный гол, да? Да, очень давай. Удачи. Просто какой-то нереальный матч, нереальное развитие событий. 2 раза мы горели, и парни в самом конце на характере вырвали эту победу, очень важную победу, и она нам очень поможет, реально, потому что сегодня было видно, у этой команды есть характер, назовем это так. Так что ждем вас на наших матчах, болеем за «Динамо», и пускай все у нас будет хорошо. Смотрите «Динамо ТВ».